Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы «Букинформ». В студии Павел Белявский. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Прошлое, настоящее и будущее Брестской городской больницы номер один. Секретами профессионального и организаторского мастерства делится депутат городского совета, главный врач лечебного учреждения Эдуард Бабич. Что нам стоит дороги построить? В областном центре в активном фазе реконструкция и модернизация городских магистралей. Литвинская Венеция или город ближайшего будущего. Студенты Брестского государственного технического университета – победители национального этапа международного конкурса «Мультикомфортный дом «Изавир-2016». Об этих событиях и не только прямо сейчас. В городе над Бугом есть не одно учреждение, возраст которого приближается или перешагнул вековой рубеж. В числе таких, умудренных опытом, прошедших большой путь, но вечно молодых по духу и стремящихся к развитию, и Брестская городская больница номер один, которой 2016 год принес 118-й день рождения. Поговорить о прошлом, настоящем и будущем лечебного учреждения наш корреспондент Анастасия Стропко решила с главным врачом, депутатом городского совета депутатов Эдуардом Бабичем. Эдуард Васильевич возглавляет больницу уже 6 лет и, как никто другой, знает, какие изменения произошли в первой городской за последние годы. Подробности в первом материале выпуска. Брестская городская больница номер один или бывшее железнодорожное учреждение с богатой историей, а потому появление на ее базе музея ожидаемо и оправдано. Прошлое необходимо чтить и память о нем сохранять. Больница не раз меняла название и даже страну. К примеру, в мае 1944 года она в принудительном порядке была размещена под Берлином в железнодорожном лагере Агнесхоф. После освобождения Бреста персонал и имущество больницы возвращены. Но трудности закаляют. Лечебное учреждение пережило перелом моменты и сегодня успешно развивается. Когда больница строилась в 1890 году, это была больница небольшая, на 50 коек. На сегодняшний день мы выросли до 457 коек многопрофильного учреждения, в котором есть половина профилей хирургического профиля и половина профилей терапевтического профиля. Под знаком модернизации и технического переоснащения проходят в больнице последние годы. Реконструированы 8 из 10 имеющихся и открыты новые отделения. Закупленное и введено в строй современное медицинское оборудование. К примеру, в 2013 году установлен компьютерный томограф. Ежегодно только на этом аппарате проходит обследование более 5000 человек. Ближе к осени в больнице откроется ангиографический кабинет. Это служба, которая позволит проводить диагностические и операционные вмешательства на сосудах сердца, периферических органов, это коронарография, стентирование, оказание неотложной помощи больным с инфарктом миокарда, с острым коронарным синдромом в первую очередь. Такое оборудование в Бресте есть в областной больнице и в кардиодиспансере на сегодняшний день. Это у нас будет третья точка, где больные смогут получать эту помощь. Но закупить и установить оборудование – это только часть дела. Важную роль играет уровень подготовки медицинских работников. В больнице этому вопросу уделяется повышенное внимание. Наши сотрудники, я бы сказал, что это сплав молодости и опыта, потому что практически все заведующие у нас с высшими категориями, с большим стажем работы. И очень много молодежи, которая достаточно талантливо, достаточно правильно развивается и применяет свои знания так, как надо. Работать в обновленных условиях приятно, признаются сотрудники больницы. И на процесс выздоровления пациентов это влияет положительно. Ведь в хорошем отделении и стены лечению помогают. А о том, какую роль играет использование новейшего оборудования, и говорить не приходится. Все условия для хорошего творческой работы у нас, конечно же, созданы. Условия труда, и больным, очень пациентам очень комфортно себя чувствовать в нашем отделении, в нашей больнице. В общем-то, администрация очень старается, поддерживает нас всех. Пациенты с таким мнением солидарны. Конечно, лучше в больницу и вовсе не попадать, но если болезнь случилась, то лечиться хочется у отзывчивых и высокопрофессиональных медицинских работников, использующих современное оборудование и обладающих необходимыми знаниями и навыками. То есть как раз у тех, кто сегодня трудится в первой городской. Мне практически здесь все нравится. Обслуживание тоже на достаточно хорошем уровне. Персонал внимательный. Спасибо девочкам, помогают.
что-то подсказывают. Во-первых, само обслуживание, оно и было, нельзя сказать, плохое, оно и было хорошее. А вот то, что ремонт делают, что тут, в общем, заботятся о пациентах, чтобы были услуги все, чтобы и чисто было, и красиво, и доступно все. Поэтому всем довольны. Но, по словам главного врача больницы Эдуарда Бабича, останавливаться на достигнутом нельзя. Уверен в этом Эдуард Васильевич и как доктор, отвечающий за пациентов, и как городской депутат, который несет ответственность за своих избирателей. Кроме планов на перспективу ближайшую, есть и долгосрочные – ремонт операционного блока, а также строительство городского родильного отделения. Кроме того, необходимо, как говорится, довести до ума два пока не отремонтированных отделения. Задачи амбициозные, решения зависят от множества факторов, но выполнимые, а главное – очень нужные и важные для жизни и здоровья брещан. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. Брест растет, Брест развивается, подтверждая статус красивейшего города Беларуси, статус европейского города с индивидуальной белорусской самобытностью. Все большие современные масштабы приобретает инфраструктурная сеть. Появляются новые магазины, гостиницы, ремонтируются и обновляются системы вода, тепла, газа, энергоснабжения и наружного освещения. Особое внимание уделяется совершенствованию транспортного сообщения и дорогам. В эфире нашего телеканала неоднократно выходили сюжеты об изменениях дорожной карты города. Сегодня в специальном репортаже мы расскажем о том, как пусть постепенно, но избавляются от одной из гоголевских бед – плохих дорог – дорожники, строители и службы жилищно-коммунального хозяйства. Смотрите материал Виктории Драгобецкой. Въезд в город – стратегически важный объект на дорожной карте. Лицо областного центра и первое, что видят туристы, которые приезжают в Брест со стороны Минска. Для того, чтобы встреча по одежке запомнилась гостям надолго, городскими властями было принято решение начать реконструкцию участка дороги на въезде в город. Первая очередь, стартовав в декабре прошлого года, значительно преобразила улицу. Новый асфальт, расширенная вдвое дорога, тротуары с велодорожками, полноценное освещение. Сегодня реанимация трассы М1 продолжается. В рамках второй очереди фронт работ развернулся от улицы Медицинской до Гродненской. Строители кладут новую тротуарную плитку, устанавливают столбы с новыми энергосберегающими лампами, а также остановки, которые для удобства местных жителей были перенесены ближе к областной больнице. Также в районе Лошадной, улицы Лошадной, будет светофор для пешехода. И дабы обеспечить безопасность движения с Ландшафтной, также будет светофор на Лошадной улице, чтобы могли выехать. По двум направлениям появятся две левоповоротные полосы, дабы обеспечить безопасность движения. Ну и также линия освещения с дальнейшим навеской на нее троллейбусной линии. Данные работы выполняются за счет средств дорожного фонда. Город, в свою очередь, профинансировал укладку нового асфальта, который вскоре заменит изрядно поврежденное покрытие. Уже сегодня работники дорожно-эксплуатационного предприятия снимают фрезой старый асфальт. Для того, чтобы уже завершить полный, красивый, современный въезд со стороны Минска в Брест, он у нас идет от Тельм до знака Брест, от Бреста знака до Медицинской, от Медицинской мы теперь будем асфальтировать до Гродненской улицы. Это мы будем делать за счет городского бюджета. Там примерно цена вопроса 5 миллиардов. Чтобы успеть эту задачу выполнить, поставленную нашим мэром, мы уже приступили к подготовительным работам. Сами подготовительные работы будут занимать очень большое количество времени. Там есть очень много нюансов, которые уже, собственно, обговорены совместно с заместителем председателя горисполкома Кубовским Николаем Сергеевичем. Вот, мы уже приступили, работаем в полную силу и даже будем работать в выходные дни. Будет работа организована. На противоположном конце города, а именно на улице Машерова, также кипит работа по реконструкции первой очереди второго пускового комплекса «Западный обход». За короткое время линия фронта строительных работ на этом участке дороги значительно продвинулась. Сорвав старый слой дорожного покрытия, рабочие занялись подземными коммуникациями. Сейчас ведутся интенсивные работы по устройству ливневой канализации, дождевой ливневой, центральной ветки, где ее вообще не было, от музея паровозов не лежало. У нас ложатся лотки новые железобетонные, в которых от ТЭЦ
пойдет электроэнергия в центр города, ну и плюс сопутствующие все сети, которые идут электрические, они будут аккуратно уложены в лотки, новые кабеля положим, все заменим. Плюс идет закольцовка водопровода городского диаметром 315 и канализации вдоль Машерова. В сентябре-октябре на проспекте Машерова положат новый асфальт, после чего приступят к благоустройству прилегающей территории, которую планируют закончить к концу года. Заметим, все делается в комплексе. Спешат окончить в срок ремонтные работы и на еще одной оживленной улице – Пионерской. От перекрестка с улицы Янки Купалы до так называемого Березовского моста работники проводят демонтаж старого асфальта и подземных коммуникаций, которые в ходе ремонта заменят. После этого дорожники приступят к расширению асфальтного покрытия. В новое полотно будут встроены датчики для корректировки движения транспорта, а также недопущения пробок, которые всегда были проблемой на Пионерской. Вместе с тем проектировщики учли пожелания не только автолюбителей, но и брещан, проживающих на этой оживленной улице. Многие жители, мы тогда работали, вызывали опасения, что вот дорога расширяется, большой грузопоток, загазованность, нам шум. Это было проработано с органами санстанции, мы замеряли шум и принято было решение, что запретить движение крупногабаритных, то есть это больше 10 тонн, фуры все эти уже по этой улице не пойдут. Сейчас там, если ехать от Янки Купала на Пушкинскую, с левой стороны у нас до Войкова часть готова тротуарная, там только освещение надо поставить будет. С правой стороны выбирается старое основание, ложится новое и будет устраиваться в три этапа асфальтобетонное покрытие, нижний слой. От Киевской до Пушкинской, там сложнее, там выносятся сети электроэнергии, будет переустроена полностью тепловые сети, которые пересекают улицу Пионерскую, и по левой стороне Пионерская, там из улицы Ломоносова водопровод выносится, переключается, кольцуется, ну, сети по воде. То есть тот район по сетям такой густой, насыщенный получается. К вниманию водителей. Перекрывать дорогу на улице Пионерской не планируют, а если и будут, то только в ночное время и выходные дни. В отличие от вышеперечисленных объектов, на улице Скрипникова работы по обустройству завершены. Напомним, этот участок проезжей части долгое время был предметом бесконечных жалоб и нареканий. И вот месяц назад исполнительная власть и члены депутатского корпуса приняли решение ситуацию исправить. Сначала работники дорожно-эксплуатационного предприятия заасфальтировали одну полосу дороги, а затем занялись благоустройством дорожки для пешеходов и велосипедистов от улицы Пионерской до Горбатого моста. Здесь будет устроено два пешеходных перехода вот со знаками с зеброй. И значит, будет заканчиваться наша пешеходная связь возле моста. Вот. Все мы попытались максимально все это значит, сделать так, чтобы людям было удобно ходить и ездить на велосипедах. И будут устроены еще и съезды. Там вот в районе домов 13-15, вот, это все мы ходили с депутатами, осматривали, принимали решения совместные. Мы еще кое-что доработали и попытались максимально при нашем скромном финансировании удобно сделать для людей. С плохими дорогами борются на протяжении не одного столетия. Об этом некогда писал и великий Гоголь. Но дорогу осилит ремонтирующий ее. И сегодня именно этому слогану следуют городские власти, делая все возможное, чтобы эта проблема была решена. И действительно, с каждым годом состояние городских улиц и дорог улучшается. А это значит, что гоголевская беда вскоре окончательно потеряет свою актуальность. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Юрий Киндин, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Энергоэффективное, экологически чистое жилье, мировые подходы в проектировании городского пространства и среды. В Бресте прошла конференция по итогам международного архитектурного конкурса «Мультикомфортный дом Изавер-2016», который состоялся в мае текущего года в городе Минске под эгидой французской компании «Сен-Габен» в Беларуси. Задание профессионального турнира было подготовлено вышеназванной компанией в сотрудничестве с Управлением архитектуры и градостроительства города Бреста и заключалось в разработке проекта энергоэффективной комплексной застройки жилого района «Красный двор» с учетом развития города Бреста. Подобный проект для города прежде всего – возможность внедрения инновационных подходов в строительстве, а также бесценный опыт для студентов в получении знаний. Новые идеи в дальнейшем помогут
помогут отработать планировочные и архитектурные решения, которые впоследствии могут применяться в районах нашего города и других городов страны. Об участниках и победителях, студентах Брестского государственного технического университета, в материале Ларисы Осмолович. Новая философия строительства – удел молодых, таков своеобразный девиз международного конкурса «Мультикомфортный дом Изавер», который проводится в два этапа – национальный и международный. Об этом, открывая конференцию в Бресте, говорила генеральный директор французской компании «Сен-Габен» в Беларуси Елена Шейнок. Город Минск столь престижный конкурс принимал впервые. Среди участников – молодые архитекторы 23 стран с 54 проектами – Бельгия и Хорватия, Финляндия, Германия – Казахстан. Достойно была представлена команда белорусов. Победителями национального этапа, которые представили страну в международном финале, стали студенты Брестского государственного технического университета Даниил Черетович, Александр Карпицкий и Давид Цыбиков. Экспертное жюри удостоило их проект специальным призом и на финальном международном этапе. Секрет их успеха одновременно прост и сложен. Они проектировали будущий Брест. Комплексная застройка жилого района Красный Двор с учетом развития областного центра. Задание для всех участников. Мы предложили интересную инновационную идею застройки не отдельных домов, да, а целых жилых районов по принципам мультикомфортного проектирования. И вот именно, наверное, вот этот подход средовой, подход градостроительный заинтересовал и организаторов конкурса. И вот то количество идей, которые сегодня здесь представлены, это результат. И я вполне доволен, что у нас есть такое большое разнообразие проектов, из которых можно выбирать, и на основании которых можно сегодня и составлять задания на проектирование для уже реальных проектов. Задание это делалось, в общем-то, главным архитектором. И это не просто, так скажем, рассуждение на тему. Были абсолютно четкие, жесткие параметры. И предложен был для проектирования Красный Бор, но с учетом того, что не обязательно возможно только Красный Бор, а так, чтобы это предложение по застройке могло использоваться и в других районах Бреста, и, в принципе, даже в Беларуси. Поэтому в данном случае Брест был интересен еще тем, что и историческая основа очень богатая, и команды там, знаете, доставали, там у нас была Литвинская деревня, идея аж с тех времен. Именно историческое прошлое легло в основу проекта брестских студентов, который они представили под названием «Литвинская Венеция». Его основные принципы – забота об окружающей среде, использование модульной системы, энергоэффективность и мультикомфортность среды. Используя системы рек и озер Красного Двора, молодые люди создали разнообразные решения, организуя многоуровневые пространства, разделение водных, автомобильных и людских потоков. Идеи и вдохновление мы получили, увидели деревню Гитхарн, находится она в Голландии, и попытались сделать что-то похожее, то есть непосредственно развить водный транспорт, чтобы люди имели возможность не только ездить на машинах, загрязнять среду. Мы, наоборот, решили немножко попробовать в другое русло пойти и запустили в наш квартал каналы, чтобы люди имели возможность доступ к воде и могли спокойно передвигаться на лодках, путешествовать по нашему кварталу, району. Крайне важно передать фактуру старого города, ведь мы взяли, по сути, от древнего Берестя деревянную обшивку стен, деревянные набережные и вообще композицию, да, вот по средневековому городу. У нас центральная рыночная площадь воссоздана, система каналов, то есть как это было действительно в старом Бресте, да, Брест-Литовск, то есть город, который существовал в то время. Молодые архитекторы уделили большое внимание паркам и окружающей среде. Рекреационные зоны расположены возле рек и каналов, вдоль бульваров и их пересечений. Кому не нравится жить на земле, они спроектировали дома на воде. Они также являются энергоэффективными, и с ними можно даже путешествовать. Мы поняли, что совместив наши традиции национальный и передовой опыт, можно действительно что-то создать интересное. Что касается домов на воде, то это общепринятая практика в Нидерландах, в том же Амстердаме. Вот.
человек может приобрести себе такой домик. Кстати, производство таких домов уже налажено под Минском. Да, и то есть это вполне, ну, вполне реально для наших широт. И на таких домах даже можно путешествовать. То есть с учетом того, что мы вкладываемся в концепцию соединения Балтийского и Черного моря через реку Муховец, можно вполне... переплыть на своем домике. Вот это Днепровско-Бубский канал, да, вот это все, да, да, задействует. Верно. Можно переплыть в Черное море или в Балтийское, оттуда поплыть в Англию, попутешествовать куда-нибудь в Скандинавию, вернуться домой. Это не дома или кварталы на уровне фэнтези. Это реально можно проектировать, строить. И самое главное, это мультикомфортные дома, выполненные с учетом основных принципов. Минимальное потребление энергии, экологичность, безопасность для окружающей среды, эффективность и долговечность. Важна еще и степень их реализуемости, привлекательности с экономической точки зрения, маркетинговая составляющая. Ведь для будущего заказчика вопрос экономической целесообразности далеко не на последнем месте. Они идут по стандартным решениям, потому что стандартные решения, они апробированы. Они технически, экономически просчитаны, а это всегда риски. Поэтому, ну, в любом случае, практика конкурсов – это практика, которая позволяет сделать лучшее решение. Поэтому вот здесь вот бесплатных 54 варианта, а если учесть национальные финалы еще там раз в 4 больше, вариантов решения этой территории. Это никакой конкурс на конкретное реальное проектирование не даст такого выхлопа и такого выхода как бы решения. То есть человек может скомпилировать, решить что-то. Конкурс может быть на идею, может быть на проектное решение. Вот этот конкурс на идею, он дает максимальное разнообразие как бы вариантов, которые можно посчитать перед тем, как платить проектировщику за эскизное решение. И прийти к проектировщику и сказать: я хочу так. Финансовая составляющая очень важна, и сегодня нет возможности, наверное, строить, вот полностью поменять все подходы, но тем не менее, как бы вот мыслить вперед, да, брать все лучшее, что сегодня есть в мировом опыте, и применять у себя, и приглашать инвесторов, и заинтересовывать их, вот это, наверное, те задачи, которые хотелось бы ставить перед собой, перед городом. Ну и реализовать хотя бы какой-то пилотный проект, который позволил бы посмотреть, что действительно так можно строить, и что это будет не дороже, чем так, как мы сегодня строим, и дальше тиражировать этот опыт. В этом и есть главный смысл конкурса, чтобы предложенный проект или его идеи легли в основу реального объекта. Главные ценители и критики – представители местной вертикали власти. Их глаз наметан. Они четко определяют, какой проект уже сегодня можно взять на заметку. Идеи, конечно, красивые. Особенно понравилась первая линия застройки, вот Варшавское шоссе. Мы вот пока... Бьемся, чтобы выбрать концепцию самой застройки, что мы хотим видеть на въезде в страну и в город. То есть получается юго-запад первый, второй, третий, четвертый вдоль Варшавки. Ну тут интересно, довольно-таки. Применимо? А чего бы нет, применимо. Мы же эту первую линию хотим отдать под, ну, под застройку, продать с аукциона, поэтому, можно сказать, молодежь задает планку, к чему стремиться. Столь масштабный международный конкурс для студентов архитектурных вузов – серьезный шаг в профессию, импульс к поиску ярких идей и неординарных решений. Сегодня с уверенностью можно говорить, что студенты Брестского государственного технического университета овладевают современными экологичными, энергоэффективными технологиями, за которыми будущее Бреста и новых поколений его жителей. Сегодня в нашем городе контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов в каждом районе как частного, так и многоквартирного сектора не редкость и одновременно благо для местных жителей. С одной стороны, происходит цивилизованный сбор мусора, с другой – появление контейнеров уменьшает количество стихийных свалок. Однако не все так гладко, поскольку некоторые не совсем порядочные горожане предпочитают действовать по старинке, оставляя отходы своей жизнедеятельности в общественных местах, в зонах отдыха, в лесополосе. Как с этой грязной проблемой борются специалисты Брестского мусороперерабатывающего завода и санитарные врачи? И чем чревато быть пойманным за руку с поличным? Ответ на эти и другие вопросы узнаем из сюжета Виктории Драгобецкой.
Пожалуй, самым существенным шагом решения грязной проблемы стала выдача владельцам частного сектора бесплатных контейнеров. Их мусороперерабатывающий завод получил, выиграв грант в рамках проекта реализации местного развития. Сегодня новенькие европейские баки уже получили около 60% жителей-частников. Многие из них оценили подарок от завода по достоинству. Аккуратный контейнер. Все соседи у нас на нашей улице практически все их поприобретали. Ну, вот пользу чувствуете от него? Конечно. Меньше разносят собаки, дикие животные всякие. Раньше разрывали пакеты, но сейчас уже все складываем в контейнер. Намного легче. Этот способ сбора и вывоза мусора, он, скажем, более современный, цивилизованный. Тем более, что жителям выдаются бесплатно пластиковые контейнеры индивидуально. И если человек уже имеет договор на вывоз мусора или он его заключит, то он получит пластиковый контейнер индивидуальный, который будет установлен. Ну и, соответственно, будет мусор собираться и вывозиться из этих контейнеров. Поэтому мы со своей стороны тоже призываем население не выносить мусор в неустановленные места, а заключить договора и получить эти пластиковые контейнеры. Безусловно, такая практика благоприятно влияет на улучшение санитарного состояния в частном секторе города. Кроме экологической, есть еще и эстетическая функция. Однако не все домовладельцы спешат обзавестись новым баком и напрочь отказываются от заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов, объясняя, что в силах сами вывозить мусор. Но, как показывает практика, это всего лишь слова. А на деле захламленная бытовым и строительным мусором лесополоса и ближайшие остановки. Для таких непорядочных граждан будет полезна следующая информация. С начала 2017 года решением горосполкома будет прописано о том, что жители частного сектора обязаны иметь контейнер для вывоза своих отходов. То есть мы будем забирать мусор только при условии использования выкатного контейнера. Если, скажем, человек хочет, чтобы было чисто, я думаю, он найдет место санкционированное, куда выкинуть тот мусор. Ну а так у нас как бы рядом, скажем, но не на своем участке начинают выкидывать. Из этого и возникает такая проблема. За такие нарушения это предусматривается статья 1563. Это обращение с отходами и грозит для граждан от 5 до 50 базовых величин, на юридических лиц до 1000 базовых величин. Яркий пример – ситуация, которая сложилась месяц назад в микрорайоне Вычулки, где стояли контейнеры для сбора мусора. Их убрали, сделав это неспроста. Именно сюда горожане свозили пакеты с отходами со всех близлежащих районов, в том числе и те, у кого договор на вывоз мусора не был заключен. В итоге площадку убрали, найдя выход из создавшейся ситуации. Завод, значит, в соответствии со схемой обращения с отходами, которая, значит, действует в городе Бресте, значит, предполагает сбор отходов от жителей частных домовладений, значит, посредством бестарного вывоза. То есть едет автомобиль два раза в неделю у нас. Есть график по каждому микрорайону частной застройки. Вот. И два раза в неделю осуществляется сбор отходов. И это далеко не единственный шаг, который со своей стороны сделал БМПЗ для устранения проблемы выброса мусора в несанкционированных местах. Для жителей частных домовладений устраиваются месячники по сбору сухой растительности, листвы и веток деревьев. Организованы центры по разборке сложной бытовой техники и приемки твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов. Их главное преимущество в том, что мусор может привезти любое физическое лицо – ваш сосед по даче или лестничной площадке. У нас на заводе организованы, значит, три приемных пункта. Это переулок Городской, значит, в районе кладбища Плоско. Значит, есть, значит, станция перегрузки у нас в районе поворота на Домачево. Значит, есть также участок сбора КГО на Фортичной 133. Вот. Жители частных домовладений также могут, значит, заказать автомобиль для вывоза того или иного вида отходов, либо самостоятельно, значит, доставить их на пункты приема. По большей части люди сами создают окружающую среду. Сначала разводят грязь, а потом спешно ищут виноватых. Увы, о причинах появления грязной проблемы мало кто задумывается. Бороться с ее последствиями выпадает на плечи санитарных, экологических служб и мусороперерабатывающего завода. Надо сказать, справляются они успешно, а жителям остается только присоединиться. Тем более, все условия созданы. Было бы желание жить в чистоте и порядке. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы.
В Беларуси проведена деноминация национальной валюты. С банкнот убрали 4 нуля. В настоящее время новые и старые деньги имеют одинаковую силу и ходят параллельно. Так будет еще полгода. С 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года купюры старого образца можно будет обменять на новые в Национальном банке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь. А с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года в Национальном банке. Наша съемочная группа узнала, успели ли брещане уже изучить новые деньги, привыкнуть к ним, а также как подготовились к деноминации магазины и банки города над Бугом. С подробностями Анастасия Стропко. Жители Бреста постепенно привыкают к новым деньгам. Брещане признаются, иногда при расчетах возникает путаница, но уверены, со временем это пройдет. Большинство позитивно относится и к внешнему виду купюр и монет. Пока не путаюсь, конечно. Но думаю, что поколению, которое постарше, им, наверное, даже может будет проще, они же помнят эти копейки советские. Вообще, я отношусь положительно к новым деньгам. Но пока еще трудновато сориентироваться. Конечно, сейчас необычно, это все ново, непривычно так. Будет путаница первое время, это естественно. Ну, со временем мы привыкнем к этому всему. Проведение деноминации – дело не одного дня. Комплекс мероприятий был реализован в банках страны. Итог напряженной многомесячной работы – отсутствие серьезных проблем и сбоев уже в первые часы и дни после перехода на новые деньги. Новые деньги вызвали интерес соответственного населения, но и возникли трудности подсчетов, так как в обращение ходят параллельно образца 2000-2009 года, денежные знаки. Работники банка прилагают максимальные усилия для оказания помощи. Я, как специалист банка, посоветовала бы населению для простоты, для удобства расчетов максимально пользоваться платежными картами. Беларусьбанк предлагает широкий спектр карт, платежных карт для разных слоев населения. Не возникло вопросов из сферы торговли. Работники магазинов прошли специальное обучение и готовы прийти на помощь запутавшимся в нулях, а точнее их отсутствии, покупателям. Кассиры при расчете с покупателями на данный момент проговаривают две суммы. В деноминированных рублях и в неденоминированных рублях. Для удобства покупателя, для того, чтобы покупатель быстрее привык к переводу сумм в новые денежные единицы. Сбоев у нас никаких нет, покупатели вроде привыкают потихонечку. Кто не понимает, помогаем. Несмотря на некоторые опасения в связи с проведением деноминации, криминогенная обстановка в части мошенничества и фальшивомонетничества не ухудшилась. В настоящий момент в Бресте случаев подделки не зафиксировано. Специалисты предполагают, если последние и будут иметь место, то в очень несущественном количестве. Белорусские дензнаки и старого образца были надежно защищены. При производстве новых купюр созданы дополнительные охранные механизмы. Новые денежные билеты, конечно, защищены гораздо лучше, чем старые, потому что есть еще такое средство защиты, оно и для укрепления купюры, для надежности и более долговечности ее. Это канистон, это водяные знаки в углах каждой купюры, есть водяные знаки, они на просвет также видны в виде чередования темных и светлых линий. Они намного прочнее укрепляют бумагу и делают ее прочнее где-то на 50%. Также цветопеременная краска. Раньше она не использовалась в наших купюрах. Она есть в долларах, она есть в евро, но в белорусских купюрах она не использовалась. Купюры традиционно проверяются на ощупь и на просвет. Надписи о банке и номинале рельефные, должен присутствовать водяной знак. На монетах обращают внимание на четкость чеканки, магнитные свойства. Настоящие монеты легко крепятся к магниту. Звук должен быть четкий, монетный перезвон и прочность. Просто так монету в руках не согнешь. Согласно декрету президента Республики Беларусь номер 18, дети, родители которых ведут аморальный образ жизни, не выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию, подлежат государственной защите и помещению на государственное обеспечение, поскольку находятся в социально опасном положении. В городе над Бугом сегодня проживает 260 таких семей. Все они под серьезным контролем представителей сразу нескольких ведомств. Учитывая все обстоятельства, анализируя динамику развития каждого частного случая, специалисты выносят общее решение о дальнейшей судьбе и детей, и родителей.
В заключительном сюжете итогового выпуска речь пойдет о семьях, которые сумели найти в себе силы, чтобы изменить ситуацию. Наши герои, возможно, послужат хорошим примером для тех, кто отчаялся и не знает, как найти выход из сложившейся ситуации. Тему продолжит София Бережная. 6-летний Рома проводит экскурсию по детской площадке. Кажется, все здесь хорошо ему знакомо. Любимая горка, качели. А на этом газоне он учился делать колесо. Он ничуть не смущен перед новым другом и даже камерой взахлеб рассказывает о том, что когда вырастет, обязательно станет пожарным. Такой искренний, непосредственный и любознательный. Ничто в портрете будущего спасателя не указывает на то, что он тайком грустит по близким. Рома Савастюк – воспитанник социально-педагогического центра города Бреста. Здесь он под наблюдением педагогов учреждения без малого полгода. Рома, а тебе здесь нравится? Да. Нравится? Ром, а к родителям хочется? Да. Причем-то домой. В семье Ромы четверо детей, вместе с мальчиком в учреждении его сестра Лера. Младшие дети под опекой бабушки. Причиной таких обстоятельств послужила безответственность молодых родителей. По их вине их дети оказались в социально опасном положении. Сегодня Светлана и Артем Савастюк, уже тысячу раз пожалевшие о случившемся и признавшие свои ошибки, с грустью констатируют, такой суровый урок дался им нелегко. И вместе с тем не оставил иного выбора, как в корне изменить собственную жизнь. Выпивал, но не мог я найти работу. Очень долго искал работу, центр занятости давал направление, все без толку, не мог найти хорошую себе работу по профессии. Я станочник, деревообрабатывающий станков, предлагали дворники, грузчики. Но я говорю, не для того учился я в этом самом, и опыт работы у меня большой на станках, как бы хотелось работать мне по профессии. Вот. Но сейчас работаю по профессии. Это как бы доходит, когда уже... Что-то случается в самом деле. По-другому, наверное, я не знаю даже, как это объяснить, но, по крайней мере, стали на путь истины и надеемся, что все будет хорошо. С 12 года она признана в социально опасном положении. Первый период, когда они признаны были в социально опасном положении. Тогда на учете было, в этой семье было только двое детишек. Уже в 15 году, когда условия содержания детей, четырех детей, стали, ну, наверное, невыносимыми для них, была большая задолженность по оплате коммунальных услуг. Обои родители, так как мама находилась в декретном отпуске и отец не работали, мы были вынуждены забрать детей, изъять их из семьи. Комиссия по делам несовершеннолетних приняла такое решение. Контроль над проблемными семьями с детьми осуществляет отдел образования, а также инспекции по делам несовершеннолетних. Специалисты регулярно посещают дома этих граждан. Активно работает межведомственная комиссия, в составе которой представители здравоохранения, сотрудники МЧС и УВД. Такие визиты – необходимость. В процессе специалисты отслеживают изменения, чтобы впоследствии вынести вердикт. То, что работа с детьми – это важно, это понятно всем. И в первую очередь работникам МЧС. От того, как мы будем воспитывать наших детей, как мы будем им внушать, давать информацию по безопасности, так они будут жить и в дальнейшем. И особенно большое внимание уделяется детям, находящимся в социально опасном положении. Таких семей 260 в городе Бресте. За ними постоянный контроль. В случае семьи Савастюк итог обещает быть положительным. Молодые родители ощутили цену своей инфантильности, стали на путь исправления. В скором времени семья вновь станет полноценной. Эта семья ждет пятого ребенка, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все эти дети воспитывались в своей семье. Это, наверное, самая большая задача и самая большая радость, когда дети возвращаются именно в биологическую семью. Все мы порадовались, вся комиссия, потому что, конечно, сделаны большие шаги со стороны родителей. Родители трудоустроены, они работают, они навели порядок, они навещают своих деток. Семья Натальи тоже признана находящейся в социально опасном положении. Трудно представить сегодня, что еще пару лет назад ее любимый сын стал заложником плохой компании. Со всеми вытекающими последствиями 16-летний Дима состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Повзрослев, юноша осознал, в жизни много других увлечений, кроме дворовых компаний. Дима имеет успехи в учебе, множество медалей с международных соревнований по айсштоку. Пройдя непростой и длинный путь вместе с сыном, мама признается, что все усилия оправдались. И хотя сам юноша рассказать об успехах не захотел, о достижениях сына рассказала мама. И в Италию ездил на чемпионат мира, вот, и в Австрии был, и в Польше, вот медали его. Да, конечно, приятно очень. Постоянно как бы контролирую, чтобы не общался
с теми людьми, которые могут привести к каким-нибудь нехорошим поступкам. К сожалению, истории со счастливым концом не так много. Примеры этих семей поучительны. Стоят ли ошибки, вызванные распущенностью, бездействием, безответственностью или недальновидностью, финала необратимого и совсем несчастливого? Вряд ли. Стоит ли впоследствии пожинать плоды своей глупости? Вопрос открыт для каждого из нас. София Бережная, Юрий Киндин, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Бук ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20 63 67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. 10 июля на погоду в Бресте продолжат влиять активные фронтальные разделы, смещающиеся через Беларусь с запада на восток. Воскресный день обещает быть умеренно теплым. Температура воздуха ночью 14-16, днем 20-22 со знаком плюс, без осадков, ветер западного направления. Атмосферное давление будет падать. 11 июля с юго-запада Европы на Беларусь переместится атмосферный фронт, вслед за которым начнут поступать очень теплые воздушные массы среднеземноморского происхождения. В понедельник синоптики прогнозируют в Бресте переменную облачность без осадков. Ветер юго-западного направления умеренный в ночные часы, порывистый днем. Температурный фон суток будет колебаться в пределах 16-28 градусов. Ночью 16-18. Днем воздух прогреется до 28.